Ежегодно в учебные заведения республики поступают учиться студенты из разных стран. В Чувашском госуниверситете прошел круглый стол по вопросу формирования единой гражданской идентичности, поиску путей противодействия экстремизму в национальной и религиозной среде. Со студентами университета встретились председатель Духовного управления мусульман Чувашии, член Общественной палаты России Альбир Карганов, начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Владимир Шихранов. На встрече духовный лидер мусульман рассказал молодежи о различных аспектах религиозной жизни России и объяснил ряд спорных вопросов. Дошла речь и о том, как противостоять попыткам влияния запрещенной на территории России группировки ИГИЛ. Несмотря на то, что у нас, у верующих людей, складывались очень правильные взаимоотношения, сегодня почему-то мир стараются перевернуть и стараются противопоставить все наши религии. Не только религии против друг друга, но еще что они делают? Они делают внутри религии раскол и делают врагами мусульман с мусульманами, христиан с христианами. К счастью, подавляющее большинство молодых людей России хорошо осознают, насколько опасная межнациональная и межконфессиональная вражда, заметил Альбир Хазрат.